Доброе утро, дорогие друзья! С вами я и мой канал Светлана Рай на даче. За окном легкий морозец, а дома тепло, уютно. И сейчас мы с вами будем готовить прекрасный завтрак. Завтрак будет называться омлет с луком-пореем, красным сладким перцем и беконом. Для этого нам понадобится лук-порей, листья, сладкий перец, репчатый лук, порезанный кубиками, бекон или сало, нарезанный кубиками, яйца и растительное масло. Поставили обжаривать бекон на небольшом количестве растительного масла. Пока обжаривается бекон, мы взобьем наши яйца. Яйца взбили с луком пореем до образования пены. В обжаренный бекон добавили красный перец сладкий и немного перемешали. Немного уменьшили огонь, добавили репчатый лук, слегка перемешали и продолжаем жарить. Обжаривать на медленном огне. Залили нашу поджарку взбитыми яйцами с небольшим добавлением воды, взбитые в пену. И продолжаем готовить ролл. Немного наш омлет подкатали в ролл. Продолжаем обжаривать со всех сторон до готовности. Наш ароматный омлет готов. К нему мы подадим теплые булочки и ароматную ядреную капусту квашеную. Заварим зеленый чай с имбирем. И попробуем наш замечательный ролл. Смотрите, какой он получился. Тут и бекон, тут и перец сладкий, и зелень лука-порея. Все очень сочно и вкусно. Сейчас попробуем. Очень вкусно, сочно, вкусно, ароматно. Дорогие друзья, вот уже наш чай заварился, вкусный, ароматный. Готовьте завтраки вместе со мной. Приятного аппетита! Если вам понравилось видео, ставьте лайки, палец вверх. Всем пока-пока!